Староскольские ветераны боевых действий и их семьи получили возможность улучшить жилищные условия. Из федерального бюджета были выделены субсидии на приобретение дополнительных квадратных метров. 8 апреля четырем семьям вручили долгожданные документы. Ну, планы есть, я только пока сейчас еще счастлив, конечно, эмоции, как бы долго ждал этого, конечно, вот, и слава богу, так все вот. Получилось. Однако не все оказались довольны полученной суммой. В одной из семей при расчете выплаты не учли несовершеннолетних детей вдовы ветерана боевых действий в Чечне. Я получила соглашение на субсидии, но только на одного человека. У нас есть детки несовершеннолетние. Как бы мы стояли, рассчитывалась и подавалась заявка на нас троих. Но почему-то выделили на меня одну. Мотивирует тем, что как бы одну третью доли я имею у своих родителей в двухкомнатной квартире. Вот, конечно, спасибо, что хоть что-то добились мы. Людмила Шевцова планирует разобраться в сложившейся ситуации. Ну а пока все, кто получил субсидии, будут искать им самое эффективное применение.